Поехали. Вторая партия матча Горяков-Широков. В первой партии довольно неожиданно Кирилл победил, а во второй партии за первые ходы ввергает меня в уныние. Просто же 4 F5 GF, это, конечно, талантливо. То есть F5 просто слабый ход, а на G4, наверное, F5 еще глупее и необоснованнее, потому что так черные даже не получают преобладание в центре. Ну и по-хорошему позиция белых, прошу прощения, выиграна. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров. Удачи. Встретимся в следующих матчах.